Сейчас выставим все везде. Все, можно начинать. Погнали. А, блин, я забыл ВК привязать. Сейчас, минутку. Сейчас переподключится. Можем выбирать, с какого уровня начать. Начнем отсюда. Игра кайфовая. Тут есть время. И поэтому нам типа особо... Долго лучше не возиться. Взяли себе несколько бумерангов. Секретов тут почти никаких нет. Но... Усилили немножко бумеранг наш. Там нам было туда. Да. Отлично. Усилили бумеранги. Привет, Сань. Да, это Power Blade 2. Вообще крутая игруха, просто супер. Я помню, в детстве так ее и не прошел, потому что, ну, она типа требует реально такого погружения. Тут мы, тут есть даже костюмы специальные у персонажа. Всякие штуки, которые мы можем собирать. Вот я, честно, не помню, что они дают, но что-то дают. Это у нас в правом нижнем углу. Там LE. E это типа что-то вроде энергии. Кто тебе задонатил? Шимбл задонатил. Так, а что мы еще тут можем делать? Шимул красава, да. Шимул вообще красавчик. Так. Сюда нам тоже просто так не залезть.
Нам нужно как-то активировать. Как правильно читается ваша группа ВК Шимблшинкс? Отлично, быстренько запинали. И костюм, да, нам дали теперь бронированный костюм. И мы, соответственно, он нас усиливает. Блин, это, конечно, придется схавануть. Что с этим костюмом? Блин. Я использовал на shift штуку. Это пополнение жизни, наверное. А, вот вниз вверх. Типа перемена. Он такой вот мощный, типа, становится. И он, по-моему, этот по стенам лазает. Я точно не помню. Но энергия у нас заканчивается. Вот он. Да, он за стены цепляется. Такая тема крутая вообще. Мы включим нормально. Не будем тратить энергию. Блин, это, конечно, больно. Музыка тут супер, да в целом, как бы, игра классная. Много интересного здесь. Много механик разных. Уровни хорошо продуманы, прорисованы. Так, L, значит, это на shift мы хилимся. А E, значит, то же самое, только в костюме. Жалко, что потратили одну хилку. Но продолжим. Там потом будет еще летающий костюм, я точно помню. Так, энергии немножко взяли. Тун-тун-тун-тун. А тут... Блин, не заметил. Чуть было не умер. Блин, почему он не ехал, я вот это не понял. Все вроде было клево. Меняемся. Взяли эту штуку. И можем назад, чтобы не тратить энергии. Блин, по-моему, ослабились бумеранги. И я забыл присесть, красавчик. Две жизни. Будет кто? Нет. Угу. Так, усилили немножечко. Тут переключимся. Лучше все-таки тут
спокойно пролезть. Вот так. И не выдумывать ничего. Так. На арее 5-7. Вот после этой, типа, главный босс. Взяли увеличение бумерангов, это норм. Так, что дальше? Нужно чуть внимательнее быть. Так, похилились немножечко. У нас есть еще на shift лечение, хилка. Игра кайфовая, просто вообще, вот я играю прям с таким удовольствием. Это не утиные истории, типа, которые ты думаешь, блин, чё серьезно, типа, игра сложная, непонятно почему, типа, сложная, непонятно чем, какими-то рандомно появляющимися чуваками. Тут же сложность совсем другая. Здесь игра требует погружения именно. Я не уверен, как это работает. Типа. Самое главное не прыгать. Отлично. Вот. Если сейчас босс. Тут можно типа так пройти, пока никого нет. Усилим еще бумеранги. Блин, а вот это плохо. Случайно мискликнул, и все, наверное, ГГ. Да. Game over. Такие дела. Че, по новой начнем или континью? Континью. По идее, нужно ресетнуть даже. Давайте реснем. Потому что, ну, типа, смысл тратить континуум. Поехали. Power Blade. Надо загуглить, может быть, есть даже фильм какой-нибудь такой. Самое главное собрать все усиления, пауэрапы эти. Потому что от них очень реально много чего зависит. И все они имеют существенное значение. Ну и первый уровень достаточно легко доходится до конкретного места. Ну, чё я тут сюда прицепился, фиг знает. Надо было тупо дальше проходить. Отлично. Кинул бумеранги и из-за этого остановился. Бред. Просто бред. Че, первый уровень самый? Ресет. 7 бед, 1 ресет. Погнали. Это не то чтобы челлендж там No Death. Но игра сложная, реально сложная. Поэтому умирать просто так... Не очень правильный подход. Пусть, может быть, там нас покоцают чуть-чуть, да?
Это фигня. Так, погнали. Прикольно, что показывает наш прогресс, что это типа вторая локация из 7 в этом уровне. Это штуки непонятные. Так. Отлично. Идем дальше. Взять эту штучку. Что там ты написал? Сейчас, погоди, гляну. Сообщение на стрим, чтобы приходили. Сообщение куда? ВКонтакте или чего? Потому что ВКонтакте, походу, не подрубилось, да. Ну-ка. Возьмем. И никуда. ВКонтакте или ничего. Сейчас, минутку. По идее, сейчас должно быть. Сейчас перезапустится чатик еще. Или, может быть, просто тупо чат завис у меня. Можно попробовать перезапустить. Сейчас, минутку. Пока он запускается, будем проходить дальше. Так. Чуть-чуть подлагивает, пока запускается. Не исчезни. Но второй раз не могу. Так, пошел чатик. Сейчас еще раз подрубим контакт. Сейчас, минутку. Таймер-то тикает. Так.
дальше. Костюма у нас еще нет. Погнали. Отлично. Вроде все подрубилось. Проверяй. Тут быстренько его замочили. Взяли костюмчик, похилились. Так, энергию для робота. Отлично. По идее, все должно быть. И контакт, и... Отлично. Садимся и жмем кнопочки, чтобы уехать отсюда. Отлично. Так, отлично. Блин, а эта штука тут быстро гонит. Вот это поворот. Торопиться. Жалко, что нас откинуло туда-назад, аж на две локации. Типа не очень правильно. Жаль. Но усиление мы не возьмем. Похилимся хоть чуть-чуть. Так, вот, одеваем костюмчик. Это еще первый уровень, да, Сань?
Это еще первый уровень, я не могу его пройти. Такая вот игра. Непростая. Блин. Поехал. Камон, где тут? Ничего нет? В прошлый раз то, что мы жизнь потеряли, все апгрейды с бумерангов сбросились. Теперь они меньше дамажат. Сложнее. Блин, ну так не серьезно. Нужно там сразу тупо переключаться на следующий костюм и не выдумывать ничего. Проходить в костюме. Что-то у меня тут обновилось или что, аж подлагнуло. Теперь босс, походу. Как он быстро меня убил, я что-то не понял. Я не понял, как это случилось. Энергии мало осталось. Блины. Один всего лишь долбанный. Да как отсюда выйти-то? Просто вот, ну, типа, чё, как делать это? Окей. Ну-ка попробуем тогда. Позагружаемся. Честно, вот, ну и типа как его убивать, я фиг его знает.
костюме, но не знаю, насколько он сильный костюм будет. Ну вот и все. Надо типа просто поагрессивнее было. Ну без сохранения я не знаю, насколько это хардтрайт нужно прям совсем, чтобы пройти. Прошли. Второй раунд. Ой, блин, я вспоминаю, какая тут жесть. Сейчас что-нибудь выпадет там. Ну да, разумеется. И вот типа тут, лол, как вот, вот как это? Серьезно. Нужно, видимо, ждать. Отлично. Так, мы там что-то не собрали. А как тут теперь вылезти? А, вот так типа. Окей. Мало здоровья у нас. Похилимся. Еще один босс. У нас нет. Блин, да это какая-то жесть просто. Вот я сейчас я вырублю. Сейчас вырубаю точно. Это типа сложно. Игра, конечно, кайфовая, но сложная.
Ну, тут, благо, есть пароли всякие, которые... которые позволяют сохранить прогресс игровой. Некоторые вообще места на ура прохожу. А чё, прыгнул. Не, все. Это перерыв на обед. Это точно. Это да. Ладно, пока на этом остановимся. Пойдем покушаем, поедим. И может быть что-нибудь из этого получится. А пока все. Тяжело это все. Давайте пока.